Добрый день, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков, и я планировал, когда перееду в Киев, делать больше CSGO роликов и задротить в эту игру, потому что хочу уже апнуть 3000 элла, хочу научиться лучше играть в эту игру, выучить правильные раскидки, базовые вещи и так далее. Я стреляю плюс-минус неплохо, но, понятное дело, нужно подкачивать еще другие какие-то микромоменты. Но самое главное, последние 3 дня в Киеве я чувствую себя, как будто есть 2014 года, либо 15-го. Потому что тогда я просыпался, играл в CSGO и засыпал. Примерно так у меня происходит прямо сейчас здесь. А все потому, что я хочу сделать ролик с дорогой 3000 элла интересный. Я сыграл больше 25 каток за эти 3 дня. Поверьте, это много, потому что я еще комбинирую с другими вещами. Все свободное время я трачу только на CS. Я даже не стримил. Господи, почему я не стримлю? В общем, когда я был в Грузии, я запустил Faceit. Я не удержался. Я сыграл 10 каток и все эти катки проиграл. Минус 150 элла. Сейчас моя была задача вернуть те элла, которые у меня были. Поэтому я тебе предлагаю приятного просмотра ролика, где я сидел 3 дня подряд, апал этот гребаный элла, чтобы сделать этот ролик. Напряженная музыка, классные моменты, красивая картинка. Хотел сказать хороший скилл, но не буду. Всем приятного просмотра, спасибо большое всем за лайки. Каждый лайк равняется 1 шанс к дропу скина на Сабишоке. Между нами. Первая катка. Как и в предыдущие дни, я зашел на десматч. Как только начал набивать КД 1-3, 1-4, понял, что я теперь готов запускать поиск. Может быть, битва капитанов? Нет, давайте просто раз, два, три, погнали. Один ловит. Один ловит. Но. Но. Под бейсом. Да ее просто. Хорош. Найс, хорош. А, не проходи. Коннектора? Нет, рукав. Хорошо. А, и сзади, да. Сзади, сзади. Ну блин, что это сейчас было, блин? Мой бед. Хорош. Бомба у меня. Еще что на бомбе один. Хорош. Ну. Хорошо. Даю первый. Все, у вас коннектор вышел. Найс. Сзади. Найс. Хорош. Опал, попал. Сброс. Найс. Ребят, спасибо за игру, я больше не буду. Плюс 43. Очень приятный бонус за победу. Карта Мираж. Не буду спойлерить результат. Давайте смотреть. Кстати. Хорошо. Еще. Три, два. Не кушайте, пожалуйста. Кажется, карал. Дефы, да? Он пиздец. Ладно, Мурс, давай под медом за кашпину. Определитесь позициями, кто где играет. Надо, чтобы два пошел. Один под А и два под Б из вас пошел. Кто редект? Два в упоре, два в упоре, да. Ой, но... не играйте. Кто нет? Ой, вы что, рот. А вот красный мой. Чисто... Ну, последний, это, конечно, я повезло, что лов. Ну да. Хорош. Жестко, ребят. Я думаю, там убила. Ты не подобрал. Ладно. Да, они сидят четверо у меня. Еще два. Еще один. Жи-жи-жи. Эрик. Убил четвертого? Да ладно! Лучший. Бэдом один. Можно? Можно я убью? Бэдом до сих пор. Я съебываю. Пачка у нас. Я застрял. Серьезно? А, у меня клавиатура села. Черт! Я ролик назову Ace без клавиатуры. Он кичен. Две, ну иди под Б, зачем? У нас есть уже яма, тип. Хорош. Паузу возьмите. У нас больше нет. Нет, нет, бэк. Никак. Шорт ролик. Хорош. Топ. Хороший рис. Давай. Тетрис, помогите. Убил Пэлс. Я андер. Хорош. Ок.
Но мы пытались сделать что-то в этой катке. Плюс 33. Вертига. И спойлер. Нас ждет его слишком много сегодня. Не знаю, с чем это связано, но на премке его начали часто пикать. Дайте красный. Да как? Ну что за тупость? Sorry, господи. Да-да. Я вообще не знал, что я один. Да, тоже пикай. Да ё красота. Второй клатч подряд проиграл. Жёстко. Молодцы. Вообще просто. Всё, не пикай. Хорош. Он упал вниз, по-моему. А, сэрико. Ой, я с бомбой. А он везде где. Хорош. Пачку убил ещё одного. Конечно, он видит. Нихера он. Один. Хорош. Сильно. Я уже... Ай-яй-яй, 6 хп. Минус 4. Да, спасибо. Слева, слева. У чувака 4 фрага, он не контролит змейку, зато смотрит ТВС. Подает. Они где угодно могут, СИБМ. Хорош. Хорош. Вышел гап. Рампа вышел. Я не знаю. Плюс 45 катка. Она очень важна. Ну а это вертига против неслабых ребят, которые его играют часто. К сожалению, в этой игре я не смог найти себя. Я ушел по 9. Колбус. Можно спекать. Артер. Рампа. Хорошо. Белый. Еще. А вы? Я пушу ты. Хороший. Волна. За белый. Убил белый. Спина. Нет, он. Спина. Последний. Жестко. Убил. Мидл один. Найс. Ой, бля. Хороший. Сырой. Я не видел. Подачи. Один. Ребят, три. Два рампа есть. Блять. Чачек. Хорош. У меня мидл один. Девять. Ребят, это ужасно. Плюс 26. Решил пойти в соло. Глянуть разницу. Что же будет? Спойлер. Мне понравилось. Эй, бать совпадение. Где-то минут... Сколько получается? Смотрел ролик про приезд в Украину. Да. Я охуел, типа. Я такой, чего? Вот прям у меня, типа, ну все, я катку запустил, открыл ролик. И только вот по голосу понял, что я такой, типа, чего? Близко под сердцем. Сиди. Пар. Выходи, фиолетовый первый. Оу! Это два. Боже, что за бред! На нож его хуярил. Палос. Стоит, смогу. КТ лату. Хорошо, ноль. Яму вышел. Сейчас убью. Есть флешка? Нет, не вижу. Двое вышел. Хорошо. Отлично. Хорош. Лучше, туда их, блядь. На дефолт ставит. Лоу хп он. Ну так. Тебе нельзя пикать одному. Блядь. Хорош, где дефьюз? Еще бегу. Убил. Там ты жопу. Майнус шорт. Сейрс. Найс. Я не сусту уже опять. Через палок носишь. Может быть, Б. Спасибо за игру, была шикарная игра.
Очень хорошо пошла игра, очень хорошо. Плюс 19 вертига. Мне нравится занимать рукав. Карта более-менее, хотя я по сути до сих пор не знаю там раскидки. Кидать от руки — это точно не уровень человека, который записывает эту рубрику. Это надо исправлять в скором времени. На Б. Это Б. Это Б, это Б, это Б. Я один санбокс. Данси. Я мясо. Да уйди. Какое же позорище, какой же ужас. Согласен, мы такие плохие. Это что сейчас было? Нас могли бы одну пулю убить. Что? Рука. Хорош. И ставит. Да боже, блядь. Давай. Давай. Кошмар, ребят, что за бред? Авик, авик заберешь. Блин, еще там что? Ай-яй-яй, с трех сторон. Даню душим, за что? Давайте их снапучу. Еще один. Ай-яй-яй. Рука! Хорош. Най. Да! ГГ! А господи! Ребят, ребят, это самая позорная катка. У нас 5 раундов, как минимум, которые запомнились на памяти, чтобы Эрик, обоссанные были. Плюс 27. Игра против двух FPL игроков на карте The Mirage. Мы сейчас будем играть против Груби. Это профессиональный игрок из Польши. И Тутсона. Тутсон стримит. Я знаю, что он FPL игрок и игрок Mad Lions. Но у них в команде две девушки. И вторая девушка играет сейчас АВГ-14 на 66 кд. Так что шанс, скорее всего, есть. Карта Мираж, посмотрим, как получится. Эл дают 27. Но это хорошая катка будет, как минимум, против Тутсона. Поэтому его демки, если я буду его убивать, они будут в этом ролике. Надеюсь, я буду его красиво убивать. А не наоборот. Все, запускаемся. Окно без ебучки. Форест вроде был. Ставлю дефолт. Хорошо. О, какой пик! Это мидл. Андер, Андер. Андер, но. Данька, подбери. Он еще, он еще. Да, я понял. Пикает. Убил его. За файером. Файер. Убил. И джангл. Скамейка, скамейка! Убил скамейку. Дефолтит на хп. Да почему я слапнулся? Окно. Хорош. Стоит джангл. Села шорт. Хорош. Эсре. Хорош. Приводил. Хорош. Найс. Попал. Убил. Ай-яй-яй. Хорошо. Найс. Ай-яй-яй-яй-яюшка. Да, у меня. Ковра. У тебя на коврах. Кинул флеш ей. Ковры. Джунгла. Джунгла. ГГМ, ну это такая. Это легкая. Они там, я думаю, никак на параках. Плюс 25. Оверпас. Наверное, она входит в список моих нелюбимых карт. Постоянно за КТ не могу найти удобную позицию. Играя на Б, я умираю почти отовсюду. В общем, я там слишком слабо занимаю позиции. Еле-еле как отрабатываю за террористов. Бомба. Я без лица. Найс. Вышел в туалеты. Найс. Молодец, дружище. Убил коннектор. ТБ. Тихо, тихо. Хорошо, Рик. Молодцы. Боже. Грубый раш. Упал, 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 упал. Хорош. Зиг, зиг, зиг. Класс. Кон 2, 1 зига. 1 зиг. Хорош! Лучше, Рик. Легенда. Колпа. Это ВП на Б, ВП на А. Время. А он... Нихера. Бол. Чё, флешку ждал? Плюс 13. Мираж. Против игрока К23. Фейма. Это та самая катка, где я не мог понять, что мне делать. Ребята делали все сами. Мне оставалось только ставить бомбы и дефать их.
Я пушу, смотрите. Сити ласт. Кабры убил. Ласт сити. Байк сам твой. Ой, хорош. 50 хп, хорош. Да. Идет пикать дальше. Стреливают смог. Нужен навык. Штефан убил. А, эл, перед вами. Убили, убили. Сити, сити. А джангл сайвик. Сити? Сити. А, что? Хорошо. Он крас. Maybe. И шорт вас, шорт вас, I think. Да, 40 элла. Да. Спасибо за игру. А, спасибо за игру, бро. GG, guys, GG. Can you comment? Я так... Вот, это та катка, где я вообще не понимал, что происходит, кошмар. Плюс 5. Даст 2. С Натинеки и Донком. Кстати говоря, запомните имя Донг. Мне кажется, что он будет скоро популярным игроком. Просто запомните эти слова. Нереальная катка. Настолько непредсказуемая, что у нас вышел игрок сервера. Настолько в эту игру никто не верил. Здесь край. Кстати, здесь край. Хорош. Илка-то. Лучше. Найс. Хорош. 15. Сейчас одна. А я его не вижу. Убил его. У нас чувак ливнул. Ладно, лука. Сандра, строим. А еще один. Пеп, убил. Let's go. Окей. Давай! Фух, о, как боже же я дал второму два лангсона. Это ланга была. Бро, я тебя попросил. Это друг. Ладно. Да, это было жестко, шок, хорош. Два лонга. Еще лонг. Ну, а первый? Еще объясню. А чего, блин? Ребят, один раунд, сука, как мы это вообще делаем? Сначала 10 подряд слили, сейчас 8 подряд взяли. Так, мы, ну, 10-15 у нас было, у нас чел выходит, не веря в игру. Шо, с калашом зип. Найс. Ребят, ну а ты говорил лишние 600 минут. Она не лишняя. Все было шикарно вообще. Плюс 26. Даст 2. Я решил пойти напоследок в соло, потому что помню, как мне это зашло. Играть проще из-за более подходящих игроков. Тут нет людей, которые не прощают пулю мимо, как это делают на 3500 элла. Играть приятнее, но сильно рискованно. Мне кажется, тут сыграло просто везение на хороших тиммейтов. The fuck? Oh my god, guys, well done. Nice shot played. Mine short. Oh! Nice. Sorry, guys. Too short, too short, too short. Mid. Well done, guys. Well fucking done. One hit on all. Nice. Блять, а ты случайно не шок? Ну конечно шок, ты мне же дорогал дом, да, написано, ну, везде. Пиздец. А. Привет, кстати. Сити, сити, сайт. Давай. Ебать, машина, на. О боже, он мог уехать. Это да. Смотри. Хорош. Что за игру? Ну, это конечно попроще было гораздо игра. Ну и она очень быстрая была. Я не знаю, идти дальше или нет, правда. Я уже сколько, 500 минут наиграл. С учетом того, что я 3 дня этот ролик записываю. Может быть, не надо. 2051 элла. Я думаю, что это шикарная цифра, чтобы остановиться. Потому что за этот ролик я апнул 200 элла. Я не все показывал вам, потому что, ну, перебор показывать вам было, как я апаюсь обратно с 1860 элла. Это было неудобно, это было неинтересно. С каждой нарастающей каткой было все более интересно. И я, понятное дело, уже чувствую больше и больше эту гребаную игру. И эти гребаные девайсы, этот гребаный монитор и эту гребаную механику. Спасибо тебе большое за просмотр. Оставайся со мной и жди новую серию «Дороги к 3000 элла». А я тебе советую посмотреть ролик про мой переезд в Киев. Он вот тут. Вот тут тыкни просто и посмотришь, как я переехал, как выглядит мой компьютер и так далее. Пока.